что Бог, он Бог. Если он Бог, то я апостол Иоанн, потому что самый молодой из его апостолов, самый его последний ученик и самый последний, самый завиральный шизофренические идеи, они так или иначе проходили через меня, получалось. То есть он так или иначе меня использовал как вот медиума, чтобы вообще доносить свои шизофренические завиральные идеи. Об этом будет отдельная совершенно передача. И не из числа вообще тому его культурному, духовному, психоделическому наследию, которое он оставил. Вот, я, честно говоря, помаленьку стал записывать, и похоже, что скоро вообще заброшу музыку, подамся в писатели. Просто буду переписывать то, что там Тропила мне последние годы говорил, и стану Карлосом Кастанедой. Стукнет мне 91, и наступит старческий сплин. И тогда я стану вести себя лучше. Стукнет мне 92, стану двигаться я едва. И, конечно ж, я буду вести себя лучше. Стукнет мне 93, тут на женщин уже не смотри. Ой, придется вести себя лучше. Стукнет мне 94, что изменится в этом мире, если вдруг я стану вести себя лучше? И тут вступает хор. Веди себя лучше, веди себя лучше, веди себя лучше, Иисуса Христа. Веди себя лучше, веди себя лучше, и, вероятно, дотянешь до ста. Стукнет мне 95, наконец-то я брошу бухать, трезвым буду вести себя лучше. Стукнет мне 96, не смогу я ни встать, ни сесть, лежа я буду вести себя лучше. Стукнет мне 97, вот уж слабенький я совсем. Ой, придется вести себя лучше. Стукнет мне 98, Петр скажет, милости просим. И уж там-то я буду вести себя лучше. Хор! Веди себя лучше, веди себя лучше, веди себя лучше Иисуса Христа. Веди себя лучше, веди себя лучше. Оу, я! И, вероятно, дотянешь до ста. Ростислав Звездин, харп. Мне 99, ничего я не буду делать, буду только вести себя лучше. Вот исполнилось мне 100 лет, и круче меня в мире нет, а они говорят, веди себя лучше. Хо! Веди себя лучше, веди себя лучше.
себя лучше, веди себя лучше, Иисуса Христа. Веди себя лучше, веди себя лучше, оу, oh, yeah! И, вероятно, дотянешь до ста. Совесть моя чиста. Присутствующих, причастных к созданию и ваянию этого шедевра на студии «Мелодия», присутствует Владимир Савинок. Он там играл потрясающие партии клавишных инструментов, он сам уже так сыграть не может, но это, впрочем, собственно, и ни к чему. И еще одна песня, значит, от Андрея Тропила, в принципе, песня-то моя, вот, но это единственная песня, который Андрей Тропила пел без бумажки. Если кто видел, как он выступал последние годы, он носил с собой ворох таких текстов, ставил их на пюпитр, держал перед собой, закрывал лицо, чтобы у него лица было не видно, он как бы был такой человек-бумага. Такой. Вот. И он постоянно их путал вверх ногами, он задевал стойку, значит, бумаги по сцене разлетались, рассыпались, он поворачивался к публике задом и начинал бумаги собирать. Ему было совершенно все равно, что делают музыканты в этот момент. Когда он находил нужный текст, как он только его находил, тут же подходил к микрофону, ему было совершенно все равно, в каком месте находятся музыканты. Главное, чтобы он вступил, чтобы его было слышно, Володя не даст соврать. Да, мы в таких квестах принимали участие неоднократно. Одно единственное исключение. Эту песню он выучил с первого раза и всегда ее пел без бумажки. Сижу я в дурдоме и клею коробки на голову слабый, характером робкий. Очень больной. Коробки мне клеить не помогают, а злые начальники только ругают. Ой, ой, все время ругают. Ой, ой, я очень больной. Недуг мой душевный никак не проходит. Коробки все время кривые выходят. Ой, ой, все криво выходит. Я очень больной. Зачем же таким я на свет уродился? Я даже в дурдоме не пригодился. Ой, ой, на голову слабый.
все время ругают. Ой, ой, все криво выходит. Ой, ой, я очень больной. Лечите меня, лечите, лечите меня. Рудольф, здоровья тебе, многолетия, благоденствия, процветания, славы и любовницы 20 лет. С офигенными силиконовыми сиськами. О, да. Спасибо, это Дмитрий Басыев, если кто не знает, теперь уже знаете. Запомните навсегда, мы еще выступим с Ростиславом Звездиным в проекте «Северок». Думаю, мало не покажется. Отлично, наша вечерина продолжается. С днем рождения, Рудольф!